сегодня, 21 июня, херсонские партизаны продолжают борьбу с расистами. Украинские партизаны, воюющие против оккупационной армии России в Херсонской области, взяли в плен двух русских военнослужащих. Кадры распространены в социальных сетях. Украинский партизан назвал несколько адресов Херсонской области, где расположились оккупанты, пообещал поскорее прийти туда и уничтожить оккупантов их же оружием. Представляем вам кадры партизана и взятых в плен русских военных. Мы продолжаем бороться с оккупантами и помогать нашим вооруженным силам в освобождении от расистов в Херсонской области. Отдельно хочу обратиться к армии Российской Федерации. Уверен, что во время вечерней проверки вы не досчитались двух человек. Вот они. Кроме того, эти двое слили всю информацию о вас, о всем вашем месте нахождения. Эти двое будут переданы для обменного фонда. Хотя это мало кому хочется, но все же, мы украинские партизаны, в отличие от вас, имеем ценности и человечность, боремся за свою землю. Мы знаем, что на проулке Успенский, 18, в помещении бара проживает подразделение расистов. Так вот, ожидайте привет от партизан. Мы знаем, что в здании Суворовского отдела полиции проживает несколько десятков орков. Там тоже мы вас достанем, поверьте, это будет несложно. Мы знаем намного больше, чем вы думаете. Мы знаем, что на паровозной 36 в подразделении Росгвардии несчастной, бедной, заняли часть Национальной гвардии Украины. Но это ненадолго. Совсем скоро вся ваша Росгвардия будет потоплена в Днепре. Силы обороны Украины наступают. Совсем скоро освобождение наступит. Совсем скоро наступит для вас украинская ночь. Ночь расплаты. Ночь расплаты за Бучу, за Ирпень, за Гостомель, за Мариуполь, за весь Донбасс. У вас нет ни единого шанса. Кстати, будем вашим же российским как оружием. Ну мы потом его сожжем обязательно. Коктейли Молотова у нас готовы. Все ваши здания сгорят дотла, а мы их потом отстроим заново и отмоем от этой расистской. Слава Украине, слава нации!